mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Yeah, приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Мин. В сегодняшнем видео я покажу, как правильно заполнить форму на партнерскую программу на YouTube. Этот вопрос многих интересует, и в конце возникает именно проблема. Вот тут, когда вас просят заполнить, хотя вам дается 500 символов, выскакивает ошибка, да? Вот, допустим, у меня уже готово к отправке, я подготовил заранее, то есть у меня были проблемы с каналом, я ждал. После этого я теперь смог попасть на партнерскую программу. Допустим, как понять, что вам она доступна? Прежде всего, у вас должна быть хорошая репутация канала, и когда вам уже доступна она, у вас есть такая кнопочка «Подать заявку». Предварительно хочу еще в этом видео затронуть тему именно «Если у вас плохая репутация». Этот мой канал был самый первый, так сказать, и одно время у меня была проблема, была плохая репутация, но буквально практически год я ждал, чтобы у меня изменилась репутация. Что делать, если у вас плохая репутация? Если у вас плохая репутация, то прежде всего, то, что вас просят удалить, вы должны удалить с вашего канала. Удалить различные видео, звуки, которые нарушают какие-либо авторские права. Если вы нарушили, по-моему, если я не ошибаюсь, 3 раза авторских прав, ваш канал вообще могут удалить. То есть, если вы уже нарушили, у вас плохая репутация, то у вас какие-либо функции вот тут уже будут недоступны. Видите, у меня сейчас они все зеленые, так как у меня доступны. Вот. После того, если как вам нужно просто ждать, ничего заливать лишнего со звуками и так далее, и тогда у вас будет все в порядке. И репутация у меня изменилась на хорошую. Это есть. Я теперь могу подать заявку на партнерскую программу. Минимальный критерий на партнерскую программу, так каковых нету, но примерно есть, как я понял, это нужно иметь как минимум 200 подписчиков и иметь, по-моему, если не ошибаюсь, 10 тысяч просмотров. В моем случае это 481 подписчик и 343 тысячи просмотров. В моем случае было 500 000, ну куда-то делись 200 тысяч, я без понятий в проделке YouTube и так далее. Вот, у вас появляется вот такая форма, и вам ее заполнять. А имя, фамилия можете, в принципе, копировать то же самое, ничего не случится. Нужно заметить, что если вам еще нет 18 лет, ну, можете дату соврать, ничего такого. Если вы делаете, допустим, сами видео или с кем-то, если вы делаете сами, то от себя, если с кем-то, от компании или организации. В моем случае это от меня. Должность это не обязательно. Далее, видеоблогер, ну, можно еще веб-разработка. Далее, на других сайтах, кроме YouTube, допустим, если вы где-то еще заливали, ну, тут есть различные, загрузка в цифровом формате и так далее. Ну, допустим, мы распространяли видео ВКонтакте, да, допустим, пишем vk.com, вот. После этого, сколько видео вы создаете? То есть лучше, на мое мнение, давать информацию точную. То есть, ну, сделали, ну, примерно от 1 до 30. Средняя продолжительность, средняя, ну, от где-то от 10 до 30 минут, да? Сколько часто вы создаете видео? Лучше давайте как можно правильную информацию. Вот. Примерно раз в неделю. Что вас именно интересует в партнерской программе? Прежде всего, конечно, это новые функции, продвижение и доход. Вы можете все выбрать. Допустим, я подготовил текст, но он не отправится. У вас, вот, допустим, вы нажмете «Отправить материал».
Видите, у вас ошибки и так далее. Я столько промучился с этим. Способ решения вот этой ошибки очень простой. Удаляем текст. Сокращаем его. Сейчас скажу, ровно на 250 символов. После этого вы проставляете галочку и нажимаете «Просмотреть отправленный материал». После этого у вас будет вот такая иконка, то есть уже готовая форма, и вы ее нажимаете «Отправить». Партнерская программа YouTube «Заявка принята». Ваше заявление успешно отправлено. После рассмотрения вашей заявки на участие мы вышлем вам дальнейшие инструкции на электронный адрес. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Проверить свой статус заявки вы можете здесь, а теперь загружайте свои видео и смотрите множество чужих. То есть вы можете... партнерская программа. Вот, она на рассмотрение. Вот. Все, что я хочу вам сказать, она будет рассматриваться. Сколько она будет рассматриваться, это неизвестно. Все дальнейшие указания я... указания и инструкции я получу по электронной почте, и дальше я уже буду разбираться, что и как, примут мою заявку или нет, как я писал правильно или нет, это уже такое дальше, но главное, что мы ее отправили. Были, возникали такие вопросы, что многие не могут понять, почему, когда вы описываете, не отправляет вот эта ошибка. То есть пишите до 250 символов и дальше отправляйте. И все, в принципе, у вас будет в порядке. Вот, в принципе, что я хотел вам показать и рассказать. Думаю, данное видео вам будет очень полезное. Также, думаю, полезно то, что я как бы чуть-чуть вам рассказал про хорошую и плохую репутацию. Это как бы нужно. То есть, если вы не будете соблюдать политику YouTube, то вы... можете лишиться канала и так далее. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.